Скоро наступит самый долгожданный праздник для женщины, и пока мужчины в поисках идеального подарка, мы решили посмотреть, что же уже приготовили для нас в Доме культуры СГАУ. Женщина играет ключевую роль в жизни каждого мужчины. Она оказывает как бы поддержку, она создает уют дома, создает надежный тыл. И мужчине всегда есть куда возвращаться, мужчине есть на кого опереться, и это очень здорово. Ну, женщины в нашей жизни — это все. Они вдохновляют на подвиги, вдохновляют на работу, вдохновляют на успехи, воспитывают наших детей. Женщины – это наше счастье, это наша жизнь. Женщины, без них бы мы не выжили просто-напросто. Они что-то, вот прям как инь и янь, одно и другое. Вот мы дополняем друг друга, и мне кажется, они очень важную роль играют в нашей жизни. Одним словом, как вы можете охарактеризовать женщин? Ну, это самое прекрасное, я думаю, на нашей планете Земля. Божество. Гармония. Мамы, которые помогают. Жизнь. И красивые, и божественные, и вдохновляющие, и сексуальные, и неповторимые, и много-много слов можно еще придумать. Одним словом, женщин не характеризуют. Поздравлять женщин, я считаю, нужно всегда, а не только 8 марта. Благодаря этому празднику я поняла истинное отношение моего сведущего ко мне, потому что всем подарили по одному тюльпану, а у меня три. Я вот всегда так говорю. Нужно покупать, дарить цветы, ну надо это делать. Ты вот любишь? Смотри. Это мои цветы. Это мои цветы, тебе вот тоже три цветочка, да, с праздником. Разные они бывают, вот разные. Бывает прям ух, а бывает прям уруру. Женщина должна быть уруру, но в то же время ух. Вот Инна такая. Спасибо.